Друзья, всем привет из Фикспрайса. Товары для ванны, для туалета. Что здесь есть в наличии? Смотрите, вот такой набор прищепок. 30 штук в наборе. В упаковочке, в пластиковой коробке. 25 на 19 сантиметров, 99 рублей. Цвета только такие. А, вот еще в мятном цвете коробка есть. Зеркало для ванны 17 сантиметров, 199 рублей. Интересно, как оно тут крепится. Крепится на стикер. Стикер в комплекте. В общем, вот такое. Я думаю, оно с увеличением идет, поворачивается. Обычно и с увеличением. 199 рублей. Есть еще также набор для ванной. Это дозатор для жидкого мыла и стакан для зубных щеток. 199 рублей. Цвет красный. Так, вот этот тоже красный. В общем, в красном цвете. Это стекло тяжелое. Тут кто-то его открывал. Мне как бы неудобно будет все равно. Но тут внутри не красное. Видите, здесь синее. Где-то, видимо, есть отметочка, какой цвет. Может, с другой стороны. Полки угловые 25 на 19, 99 рублей. Прищепки есть еще вот такие, 42 штуки в наборе по 79. Рукавички для душа. Такие мягенькие совсем. Так, не могу их обратно повесить. Теперь 99 рублей. Мочалка для душа 99. Вот такая конструкция на рукавичке. Еще вот мочалочка пришита. Есть вот такие мочалки, но цены нету на них. Так, вот эти по 79. Эти тоже 79 рублей. А эти по 59. Ну и самые такие, которые здесь все время есть, по 55 рублей. Но у них есть одна беда. Они очень часто быстро распускаются. Не знаю, где-то плохо закреплены. Я такую покупала уже не раз. И одна и та же беда. Есть вот такие розовые и зеленые. Вот эти немного подороже. 79 рублей. Интересные прищепки вот такие. Я такие не видела еще. 79 рублей, 12 штук. Большие какие-то. Здесь подставочки для моющих средств. Это такой дозатор для жидкого мыла. Ну и что-нибудь поставить, губку. Еще что-нибудь такие. Цвет такой и есть мятный. 149 рублей. Так, это органайзеры для специй. Ну что они здесь делают, я не знаю. Или может не для специй, ну. А нет, это вот смотрите, серия Loft. Вот такие. Ну это для кухни, для канцелярии. Ёршики для туалета 199 рублей в виде вишни. Есть большие ёршики. Вот смотрите, какие у них длинные ручки. 199 рублей, 52 сантиметра высоту. Цвета приятные, кстати говоря, не вырви глаз, нормальные. Так, щетка для мытья. Вот такая с массажными тут штуками, 99 рублей. Насадка для душа Лейка 99 рублей, 22 сантиметра. Вот такая вот, поближе даже покажу. Тут мелкие отверстия, не знаю, такой какой душ будет. А вот еще щеточка есть в розовом цвете, сейчас повесим. Так, шторы для ванной прям наборчиком идут. Здесь коврик сразу идет в наборе.
сама штора и, ну, крепление к ней, кольца. Ну, штора, я так предполагаю, она не очень толстая, то есть тоненькая будет. Сейчас покажу вам расцветки. Расцветки разные, кстати. Такой набор стоит 299 рублей. Очень, кстати, выгодно, наверное, что и коврик, и шторка. Так, есть еще вот такие зеленые коврики. И штора вон симпатичная тоже. В общем, выбор есть. Губка для тела Тонус. Она двухсторонняя. Где-то, видать, пожестче такая. С этой стороны помягче. 39,50 такая стоит. Сейчас посмотрим здесь. Вот еще, смотрите, какие шторы для ванной. Жалко, их я не могу потрогать, чтобы сказать вам, какие они тоненькие, не тоненькие. Но мне кажется, тоненькие совсем. И цену я на них не вижу. Вот эти уже идут поплотнее. Красивая расцветка, вот листочки, геометрия. Здесь корзина для белья тканевая. Вот так будет смотреться. Ну, только одну вижу и в таком, такой расцветке. Вот еще штора для ванны абсолютно однотонная. Есть вот такие, похожи даже чем-то на какую-то ткань. Ну и чехлы на сиденье для унитаза по 149 рублей. Тоже вот такие цвета. На резинке они идут, липучка. Вот такой вот ассортиментик. Отдел очень маленький такой, этот именно для ванны. Такой показала вам, в принципе, все, что здесь есть. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.